Старшеклассники и студенты помогут в решении бытовых вопросов приморским семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Соответствующее поручение дал губернатор на приеме граждан. Поддержать семьи мобилизованных попросила жительница Артема Татьяна Фиськова. Она, как многие приморцы, проживает в частном секторе и попросила поддержки в бытовых делах. Олег Кожемяка поручил подключить к этой работе волонтерские организации, в том числе «Молодую гвардию» и «Юнармию». У нас всем главам дано указание, всем, чтобы они оказывали помощь семьям военнослужащим в доставке дров по нормальной цене, в обеспечении их дровами, то есть порубки, поэтому такую работу не ведут. Давайте, у нас есть отряд боевой юнармии, их там несколько тысяч человек, это будет конкретная работа, конкретное поручение по юнармии заняться именно оказанием помощи семьям военнослужащим в том или ином виде. Думаю, что будет нормальным, если наши волонтерские организации, там «Молодая гвардия», в том числе включатся в районах в этот процесс. Я думаю, что мы можем такие отряды организовать, да? Хорошо? Да, спасибо большое.